Всем привет! В эфире программа «Музыкальный посредник. Здравствуй, лето!» Как всегда, в программе информация, песни, видеозаписи и кое-что еще. Сегодня, 1 июня, сразу несколько праздников. И самый важный – это Международный день защиты детей. Эх, куда уходит детство? Куда уходит детство? Какие города? И где найти нам средства, да вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит. И зимой, и летом не бывалых ждать чудес. Детство где-то, но не здесь. И в сугробах белых, и по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я. Куда уходит детство? Куда ушло оно? Наверное, в край чудесный, где каждый день кино. Где также ночью синий струится лунный свет, но нам с тобой отныне туда дороги нет. Дальние края к ребятам по соседству, таким же, как и я. Оно ушло неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит. И зимой, и летом не бывало ждать чудес. Будет детство где-то, но не здесь. И в сугробах белых, и по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я. Как нельзя кстати, Всемирный день молока. И если бы я был Павел Смеян, я бы спел для вас песню «33 коровы». Но спою кое-что из своего. Тридцать
не легка далека моя дорога. Ты неси, неси меня, мой конь, на века, века отстань, ей Богу. Не гаси, не беси души огонь. Поспешу, поспешу, хотя бы полсвета. Облака, молока разолью в небеса. Напишу, распишу небо синего цвета. Я другой радугой над полями в цветах. Но опять и опять, после дней суровых, улыбаюсь, боюсь, что уже не успеть. Как не гнать, не догнать, застываю в сугробах. Надрываюсь, валюсь, ах, как хочется спеть. Поспешу, поспешу, хотя бы полсвета. Облака молока разолью в небеса. Напишу, распишу небо синего цвета. Я другой радугой над полями в цветах. Напишу, распишу небо синего цвета. Я другой радугой над полями в цветах. Еще сегодня Всемирный день родителей. Объединяя все праздники вместе, я поздравляю всех причастных с праздником. И пока мы смотрим программу, мы можем общаться с вами в комментариях этого видео. Еще сегодня стартует новый международный проект «Мир, мы рисуем музыку», в котором я принимаю непосредственное участие и с удовольствием приглашаю всех желающих музыкантов, композиторов и художников принять в нем участие. Всю информацию вы найдете в ссылках, которые я размещаю под этим видео в описании. Если вам нравятся мои программы и мои песни, пожалуйста, комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь на мой видеоканал. И наша связь никогда не прервется. Гитара сегодня, как вы видите, отдыхает, а я продолжаю. Пандемия почти уже забыта. Маски сброшены, и мы готовы окунуться в это долгожданное лето. Время садов, прогулок, поездок и отпусков. Леса, реки, горы и моря ждут нас.
смотрим дальше и общаемся в комментариях этого видео. Вот и лето пришло, но как жаль, что закончилась весна. И быстро пролетел май, да так быстро, что я даже не успел вам рассказать о всех интересных событиях этого месяца. В мае, несколько недель назад, мы сходили на долгожданный концерт одной из любимых и легендарных групп «А-ха». Этого концерта мы ждали почти 2 года. Из-за пандемии все время передвигалась дата этого концерта. Но, наконец-таки, это сбылось. На концерте, помимо нескольких новых песен, мы услышали наши любимые песни из альбома «Hunting High and Low». И, конечно же, получили огромное удовольствие от концертной программы. И некоторыми фрагментами из этого концерта я хочу поделиться с вами.
Maybe I could hear you. Would you like to sing?
when it lifts the ceiling. Hunting high. Got to remember, shine away.
Thank you so much. Дорогие друзья, на этом я официально объявляю летний сезон открытым. И на этой позитивной волне я заканчиваю мою сегодняшнюю передачу. Всего вам доброго и до скорых встреч в эфире. Ваш Павел Гайд. Если бы я был рыбой, я бы плавал в чистой воде Адриатики. Если бы я был птицей, я бы парил над морем и над горами Черногории. А если бы я искал чудес и наслаждений, я бы отправился в эту сказочную страну.